Здравствуйте! Добро пожаловать на канал Мыло Опт. И сегодня мы представляем вашему вниманию обзор декоративной прищепки «Божья коровка». Вспомните, как часто вы замечали, как маленькие оригинальные детали могут создать грандиозную атмосферу праздника, гармонии интерьерного уюта. Большое складывается из мелочей, и чем они разнообразнее и ярче, тем лучше будет эффект. Каждая, без исключения хозяйка, день через день так или иначе берет в руки такое миниатюрное приспособление, как прищепка. В хозяйстве их роль банальна – держать постиранное белье. Однако в мире они нашли новое, яркое и необычное предназначение. В магазине «Мыло Опт» вы можете увидеть привычные прищепки в непривычном образе – в образе декоративного элемента. Эта простая идея может отлично разнообразить ваш интерьер. Зафиксировать портьеры, семейные фотографии, романтическую записку или записку напоминания. Все что угодно, вы не ограничены на выдумку. Декоративные прищепки универсальны, поэтому их можно использовать практически везде. На кухне, ванной, спальне, гостиной. Помимо этого, такие миниатюрные фиксаторы прекрасно подойдут для декоративной упаковки подарков. Преимущество применения таково. Безопасные и простые применения, разнообразная палитра и тематика, яркий оригинальный дизайн, универсальность и многоразовость применения, возможность совмещать с другими декоративными элементами, неограниченный срок службы. Каждая прищепочка имеет свой неповторимый тематический элемент декора. Применение таково. Декоративное применение в быту, забавные фиксаторы фотографий, оформление подарочных конвертов или альбомов, рукоделие, скраббукинг. Вот так выглядят данные прищепочки с Божьей коровкой. Такая она миниатюрная. Вот такая она хорошо фиксирует. Фотографии, все что угодно. Она маленькая, но очень крепкая. Спасибо, что посетили наш канал. Не забывайте подписываться, ставить лайки. До новых встреч!